Я Башир Тамерлан, тренируюсь 5 лет. Представляю клуб «Беркут». Чтобы добиться успеха, надо тренироваться каждый день, вкладываться по полной, слушаться тренера, соблюдать дисциплину. Очень умное ведение боя. Видим мы в углу у Тамерлана Баширова Сутманбека Израилова. Вот он слева от нас. Это матчмейкер турнира по кикбоксингу ACB. Что такое марокканский кикбоксинг? Да, мароккано-голландский, конечно же. Это абсолютно бескомпромиссный стиль. Могут и умеют подраться. Любят подраться. Ну вот, кстати, да, одним из таких, наверное, ярчайших примеров такого чисто мароккано-голландского стиля, это, конечно же, Шахид Ауладель-Хадж. Но, с другой стороны, когда вот с такими бойцами начинаешь боксировать, именно боксировать, обыгрывать их, вот тогда возникают проблемы. Это, кстати, вот к вопросу недавнего боя Ники Хольскина с Алим Набиевым. Как бы мне не нравился Ники Хольскин, да... Голландский кикбоксинг — это все-таки такие длинные серии с рук, заканчивая ногами, достаточно, ну как, несложно читается, да, это. И Алим провел прекрасный бой, конечно. Переиграл просто, не дал подраться. Опять же, видим, легкая своя категория, очень много ударов с ног, с колен, да, темп намного выше. То есть и мне, например, как представитель тайского бокса, отрадно видеть работу ногами в кикбоксинге. Мне всегда очень нравится, когда работает много ими. Неплохо так сейчас плотно пробивает коленом, да. Коленом Закария Тиярти. Как классно колено, потом сразу свежие ноги мидлкик. Столкнулись головами, кстати, парни. Чревато это рассечениями. Вот так с разножки пробил в туловище Закария Тиярти. Неплохо. Левой ногой по туловищу в исполнении Тамерлана. Ох, очень опасно. Прекрасная работа у него ногами, конечно. Чувствует и тайминг. Старт очень классный бьет с ноги. Колено. Практически в голову. Опять же, очень вовремя использует колени, так на встречных курсах коленом всегда просто попасть навстречу. То есть атаковать им сложно, потому что соперник движется назад, а вот навстречу колено всегда очень прекрасно заходит. Вот опять да, голову. Опасно. Удар с разворота в исполнении Тамерлана, левый сбоку. Брейк, брейк, степбэк. Ну вот, кстати, удары руками у Тамерлана заходят. Может быть, попробовать как раз, да, побоксировать именно.
Да, и такое противостояние рук против, против ног и колен. Хорошо, о, провалил с лоу-киком Тамерлан. Двоечка. Подсечка. Рефери делает замечание за Корея Тиярти. 10 секунд до завершения первого раунда, который получается в высшей степени насыщенным. Поджимает, поджимает Тамерлан. И вот так, уже после сигнала гонга, обрушивает левый боковой. Вообще, видим, совершенно другой кикбоксинг, отличающийся от предыдущих боев. Да, конечно. Не надо, не на него прямо, и ты как так, не надо. Провали, работай, я себе объяснил. Провали, он махаться ногами будет, он устает. Понимаешь? Тамерлан, ты слишком мало делаешь. Ты раунд отдал ему. Да. Мы в Париже, ты раунд ему отдал. Сейчас этого надо. Все, уже забегай, я тебе сказал. Хорошая этой рукой обманывай, забегай, делай. Ноги включай, он разворачивается. Внутренний лоу. После своего внутреннего лоу, задняя нога. Смотри, лоу, сразу рука идет. Ты обманывать должен. Не отпускай эту руку. Мы же говорили только что, что ты не будешь подавать, отдыхать, а ты стоишь. Все. В своем темпе Вера работает. Он должен в твоем темпе работать. Ну, все правильно говорят, что нужно раз за судьбой. Ты один раунд отдал. Да. Ну, на самом деле видно, что Закария более опытный. Капу, капу. Вот здесь как раз старается с локтя, видна, что он навязал то, что нужно ему, чтобы шли на него, встречал коленями. Прекрасная работа с ног, эти повторные мидл-кики. Конечно, вообще очень здорово работает. Видно, что удары сильные. Конечно, они энергозатратные. А рук, работа рук он просто нивелирует прихватами и блоком. Да? То есть он вообще практически ну, по минимуму ударов. Хорошая чисто серия. Голландская работа. Тамерлан нужно просто больше работать. Мало, мало да, делает. Ну вот, как ему и говорили, в углу вновь. Да. Вертушка. К сожалению, мимо денег. Да. И побольше, побольше рук выбрасывать, побольше поджимать. Стоп, стоп. Ух. Да, вот сейчас могло быть опасно. На грани это, да, там было. Рефери не очень разобрался, да? Бой не остановил. Хорошо. О, вот да, это было вот здорово. Да. На самом деле, такие моменты могут и переломить, да, внутри соперника, когда вот ты начинаешь просто гнуть свою линию и ломаешь рисунок его боя. Вот сейчас можно включиться и переломить. Вот, здорово, хорошо. Здорово, да. Руками работает Тамерлан Машина. Ну, сейчас эпизод полностью за ними, считаю. Молодец, переламывать начинает. Вот. Ну, мы говорили о том, что Тамерлан это умный спортсмен. Да. Обрати внимание на всю левую сторону Тамерлана. У него, конечно, покраснение, все да? разбито, да, с ударов ногами. Ага, окей. Ну, опять же, да, не будем забывать о том, что Закария Тиярти – это базовый таец. Ну, это видно, это из крутки. Да, да, да. О, хорошо. Ух. Опять, да, и вот опять сдвоенный мидл-кик, да. Как мы уже отмечали. И с этой же ноги колено. Не, ну это просто прекрасное чувство веса. Но, опять же, рост, да, не такой большой, поэтому достаточно проще делать, чем людям с большим ростом, с такой другой антропометрией. Ух. Предупредили. Последнее китайское предупреждение за Корея Тиярти. Минута до завершения раунда под номером 2. Вновь опаснейшее колено. Еще одно. Левый боковой плотный. Но там и Тамерлан тоже руками навесил нормально. Неплохая серия в исполнении Тамерлана. С финтом хотел пробить ногой в голову Закария Тиярти. Тамерлан начинает включаться, какие-то вот эпизоды забирает, не хватает немножко вот почаще бы это делать. После команды ударил Тамерлан Баширов. Действительно, здесь я согласен с возмущением Закария Тиярти. Ну и, кстати, еще повезло. Да, мог посечь, да, допустим, или нокаутировать.
Ну что ж, очень плотный второй раунд, Саш, ну что думаешь? Классный. Ну, почему-то мне больше все-таки в этом бою импонирует Закария, да, и, в принципе, его работа мне больше нравится. И, ну, как я считаю, второй раунд выиграл, он темп не сбавил. Конечно, Тамерлан лучше выглядел, чем в первом, но вот надо ему вот в том же ключе также работать, просто увеличить количество своих серий, количество их атак. Все правильно делает, больше работы с рук, почаще взрываться, подхватывать после атак соперника ему нужно. Вот пару раз мы видели, когда промахивался ногой, да, голландский спортсмен, и он наказывал его за это. Вот такая работа нужна, взрываться на руках, дальняя рука по печени. То есть, ну, все видит, просто чуть-чуть мало, надо делать чуть больше ему. В углу, кстати, у Закария Тиярти мы видим бывшего чемпиона организации Glory World Series, тоже голландца Джейсона Уилниса. Третий, завершающий раунд. Ну, может быть, и не завершающий, потому что мы знаем, что, возможно, дополнительные раунды. Раунд один, точнее. Ну, по моим ощущениям, что оба раунда 10-9 забрал все-таки Закария. Сейчас нужно Тамерлану нокдаун делать, либо прям очень явно забирать этот раунд, чтобы хотя бы был экстра раунд. Это уже некрасиво. Это уже некрасиво, да. Здесь уже действует как Виктор Ортиз, помнишь, в бою с Мэйвезером, когда ударил головой, пошел извиняться, обниматься, целоваться, и чем это в итоге закончилось. Да, тяжело будет переломить, конечно, ход этого боя Тамерлану Баширову. Ну, просто обрати внимание, Закария вообще с руки работает. Как, ну, вот сейчас включился, да? До этого просто блок-нога, блок-нога, блок-клинч. Нивелирует работу рук своей дистанцией. Да, но вот мы говорим как раз о том, как бойцы муай-тай ассимилируются в кикбоксинге. Они используют свои сильные стороны и пытаются каким-то образом закрыть слабые. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что в тайском боксе все-таки чистый бокс, да, он не так хорошо поставлен, как удары ногами и коленями. Конечно. Ну, как правило, тайцы, которые выступают в кикбоксингу, вот сначала они ставят общую технику, конечно, а потом я по себе скажу, что мы начинаем подтягивать руки. Потому что все-таки, конечно, в кикбоксинге, ну, там, как минимум половина ударов – это работа рук. Если не больше. Ну вот, кстати, ну, если говорить... вот, ну, чисто... за это можно наказать уже было, кстати. Да, вот согласен, да, вот это чистая тайская скрутка была. Причем уже было последнее предупреждение. Да, последнее китайское предупреждение. Ну, хорошо, по туловищу зашло слева у Тамерлана Баширова. Здорово. Отличная комбинация в исполнении российского спортсмена. Вот, опять в корпус. Вот. Попадает ведь? Получается, попадает. Да, получается. Получается делать свою работу. Вот почувствовал в третьем раунде, у нее прям очень хорошо. Вот, и дальний в голову сейчас достал, перевел. Ух. 35 секунд до завершения третьего раунда. Здорово руками накидывает Тамерлан. Брейк! Стоп! 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 Брейк! Последние секунды же поединка. Ну, сейчас считаю, что Тамерлан забрал инициативу. Да, но по раундам, наверное, будет 2-1. Так получается? Ну, думаю, да, что третий раунд должны ему отдать. Вот, все, сейчас уже минус балл будет. И балл снимают. Да, а за вот прихваченную здесь? Ногу. А прихватил ногу. До этого он, кстати, предупреждал, не за это смотри, его, за скрутки. Получается так, что 10-9, 10-9, 10-8. Ну, похоже на то, да. Опять же, если они не отдали этот раунд Закария, если они отдали ему, то получается у нас 9-8. Хороший, плотный поединок мы с вами посмотрели. Противостояние стилей, тактик.
вот здесь здорово, да, провалил под лоу-кик и прям почувствовал этот удар на себе Закария Тьярти. Да, классно было. По туловищу много раз попадал руками вот и левой ногой Тамерлан Баширов. Эпизод, за который сняли бал. На самом деле, тут достаточно, скажу, такое лояльное судейство. И за прихват не наказывают сильно, и за скрутки. Долго терпели его выходки, я считаю. Слишком долго, да, наверное, да? Рефери долго давал поработать. Я люблю тебя! Вот это самое главное. Итак. Есть решение, похоже. Да, никаких дополнительных раундов мы с вами не увидим. Получается, что третий раунд тоже ему отдали. По раундам. Все три ему. Расстроен, конечно, этим обстоятельством Тамерлан Баширов. Но сделал ли он достаточно для победы? Вот так, по большому счету. Ну, третий раунд, он был, конечно, нащупал свою работу, да. Минус балл, опять же. Ну, говорят, тут либо экстра, да. Ну, вряд ли победа его не выглядела... То есть общая картина боя не дала, не было ясно, что он победил. Но на самом деле очень классный бой показал, конкурентный. Чуть раньше начни он делать свою работу. Может я быть. Уверен, что да, мог бы переломить бой и выиграть этот поединок.